Вот у тебя новый имидж, новая прическа. Расскажи, как ты к этому пришел. Так, как я пришел к станку? Как я пришел к бритвенному станку? Все очень банально и просто. Во-первых, я очень давно хотел ходить вот бритым, лысым. Да? Вот если кто-то хочет ходить с шевелюрой, то я, будучи шевелюрой, я хотел ходить вот лысым. Мне очень импонируют такие персонажи, как Брюс Уиллис и Вин Дизель, да? Но только внешне. И мне всегда хотелось понять, что же такое, что же за отдельное удовольствие ходить бритым. Я этим летом испытал, потому что в плюс 40 в шлеме на мотоцикле с длинными волосами очень тяжело. Я решил кардинально изменить свой имидж, не для того, чтобы кого-то поразить или кого-то удивить, а для того, чтобы мне было легче, только всего. Я, честно говоря, при встрече с какими-то знакомыми, друзьями из мира шоу-бизнеса и не только, все спрашивают, что вот я имидж поменял, такие, о, там, типа, имидж. Мне всегда было на имидж как-то... Имидж не имел для меня такого веса никогда, сколько имеет вес для меня внутренний какой-то гармоничный комфорт внутри себя.